Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Часы отбили пять». Музыка исполнения Соломона Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Отсчитывает время, ночь тревожена, когда она даст права свои. Часы отбили три, чуть осторожно, чтоб не спугнуть историю любви. Как верить ей, такой неповторимой? Она в мечтах, она в стихах моих. Как сладко в каждой строчке быть любимой, любимой мы желания твои. Тогда зачем метельно сердце бьется? Не уговоришь его, зачем оно? Не слушай меня, куда-то рвется, что испытать ему судьбой дано. Пишу ответ, перо желает срочно поверить вам, как сладкое перо. Не спится мне такой невинной ночью. Часы бьют пять, еще не рассвело. Ах, если б знали вы, какой строчкой диво, оно к вам не дойдет, а как мне быть? Желаю рядом с вами быть счастливой. Желаю быть любимой, любить. Ах, если б знали вы, какое строчка дива, оно к вам не дойдет, а как мне быть? Желаю рядом с вами быть счастливой, желаю быть любимой, любить. Отсчитывает время ночь тревожно, когда она даст права свои. Часы отбили пять, чуть осторожно, чтоб не вспомнить историю любви. Отсчитывает время ночь тревожно, когда она даст права свои. Часы отбили пять, чуть осторожно, чтоб не вспомнить историю. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Часы отбили пять стихий.